Отже, до нашого ефіру долучився Сергій Смирний, лікар-комбустіолог. Доброго ранку. Пояснимо, доброго що утра. Комбустіолог – це той, який займається опіками. Так, да, лічення ожогів і послідстві ожогової травми. Так, сьогодні говоримо про дитячі опіки, тому що як не відкриваєш стрічку Фейсбука – опікся, як не відкриваєш новини – опікся. Що найбільше спричиняє дитячі опіки? Сергію. Ну, главная причина – это, конечно, невнимательность со стороны взрослых. Ослабление внимания по разным причинам. Маленькие дети до 5 лет – это особый фокус внимания. И дети в этой группе получают максимальное количество ожогов. То есть более 70% ожогов – это дети в возрасте до 5 лет. Я вас переб'ю, чому так відбувається? Начебто до 5 років ми за ними як за куколками спостерігаємо, а тут бац і опіки. Чому так трапляється? Ну, оказывается, що не так все радужно, як люди говорять, що наблюдає за дітьми. Ослабление внимания, прежде всего, это дети предоставлены уже даже в таком возрасте по опыту нашей работы. Выясняем, что дети предоставлены сами на себе. Дети в таком возрасте получают ожоги на кухне, в ванне. Взрослые не контролируют температуру воды купания. Взрослые готовят пищу с детьми на руках или подогревают еду или сами принимают какие-то горячие напитки, кофе, чай. Ребенок, соответственно, тянется, опрокидывает на себя емкости с горячей едой, водой, напитками. Я хочу сказать, что даже безобидная чашка 200-300 грамм кипятка приводит к ожогам у маленьких детей на площади 30%. Ого, то есть третья часть поверхности тела обжигается. 300 миллилитров воды, безобидная чашка. Сдавалось бы начебто, да? Мы уже не говорим о тех случаях, когда дети стягивают с плиты горячую пищу или тянут за шнур чайник или другой нагревательный прибор. То есть эти ситуации можно избежать. Только надо немножко, конечно, более ответственно относиться к вниманию за детьми. От ви сказали, що у ванні температура, якою має бути температура води, щоб дитина не отримала опік? Ну, смотрите, то есть у маленьких дітей температура даже 40-45 градусів може визвати ожог, тому що кожа дитини маленького дуже тонка, ніжна, і вона податлива к таким травмуючим факторам. Звісно, температура должна бути в ванні не більше 40 градусів. Соответственно, бывают у нас в нашей практике случаи, когда детей оставляют самих в ванной, они открывают краны. Краны, конечно, маркированы красной кнопочкой, дети к красному крану быстрее тянутся, потому что он ярче, он красивее, он более привлекательный, открывают и получают ожоги. Не проверяют равномерность температуры слоев воды, как правило, надо, конечно, сначала проверять перед купанием, погружением ребенка, в каком бы он ни был возрасте. Вот. Температура води повинна бути не більше 40 градусів. Так. Зрозуміло. Чи бувають випадки, коли повторюються у вас опіки і так далі? От один раз, а потім через деякий час ще знову повторилося. Ну, буквально вчора поступив ребенок, который ранее проходил у нас лечение с тяжелым ожогом в возрасте около года. Ему был тогда... Он получил ожог. Пациент из одного из районов нашей области. И буквально вчера он поступил повторно. Спустя уже 3 года после предыдущей травмы. Также ожог уже горячей пищей. Ребенок подбил маму, несущую уже разогретую пищу с кухни. То есть двигательная активность также является, повышенная двигательная активность у детей тоже является таким фактором, который, ну,
как-то надо предусматривать и избегать, или всегда иметь детей в поле зрения, или не допускать таких вот возможностей, чтобы ребенок получал ожоги. Так, це зрозуміло. Якщо вже це трапилося, на жаль, чи знають батьки, як надавати правильно першу домедичну допомогу і як правильно її надавати? Давайте зупинимося на цьому. К нашому большому сожалению, в більшості случаев ми имеем место з неправильним оказанням первой помощи. Первая помощь заключается в простых вещах. То есть это первое, это, конечно, охладить. Охлаждается или в течение 20 минут проточной водой из-под крана. Не надо бояться, что будет какое-то там заражение, инфекция. Главное убрать травмирующий этот термический фактор. Самое оптимальное – это охлаждение. Или если это ручка, ножка, охладить под струе холодной проточной воды, или же если большая площадь, если уже случается, то холодный компресс, холодную пеленку намочить, завернуть, хоть забрать максимально быстро этот жар, потому что, опять же таки, в силу специфики детского организма, она там физиологических особенностей кожи, мягкие ткани прогреваются на глубину еще и в течение еще какого-то времени после устранения фактора. Поэтому самое основное надо охладить обожженный участок. Второе – это накрыть сухой повязкой, не используя никакие мази, никакие крема. Про мази. В шокці ми, батьки, не передбачені. Ми біжимо за сметаною, за олією, за спиртовим розчином. Не хочу рекламувати, але все ж таки такий популярний пантенол. Прокоментуйте, варто це робити чи ні? Ні в коєму случаї. Опять же, в случаях ожога с маленькими детьми очень важен даже фактор времени. В поисках якобы какого-то такого целительного средства теряется время. Некоторые бегут в аптеку, в магазин, там, по соседям. Вместо того, чтобы действительно закрыть эту рану простой сухой стерильной салфеткой, если нет стерильной салфетки под рукой, бинтом. Сухим бинтом, не используя никакие растворы, потому что совершаются ошибки. Из-под емкости, где там намаркировано там какой-то антисептик, может быть спирт, может быть другой агрессивный агент, который только может ухудшить состояние ожоговой раны и привести к еще большему ожогу и вызвать ожоговый шок у ребенка. Поэтому не используйте никакие лекарственные средства, только це сухая важливо, повязка. Та. И параллельно вызывается скорая помощь. Вот эти все в будь-якому випадку, так, швидка допомога? Да. Если ожог незначительный, то есть общее состояние ребенка на первый взгляд не страдает, ну то есть где-то маленький ожог, там пальчик, там где-то небольшой по площади, в детскую поликлинику или же у нас два заведения лечебных, которые оказывают круглосуточную помощь детям. Это травмпункт детской областной больницы, круглосуточно, напоминаю. И ожоговое отделение, это Дубки, третья городская больница, которую я рад сегодня представить. Одна из лучших больниц города. Телефон запишите обязательно, то есть надо знать телефон. Телефон ожогового отделения 23-90-57. 23-90-57. Получить консультацию можно в любое время суток. Как правило, даже телефонные консультации заканчиваются тем, что мы настоятельно рекомендуем приехать с ребенком в отделение, чтобы мы посмотрели, мы оценили состояние ожоговой раны, состояние ребенка, потому что бывают случаи даже при электротравмах, незначительные, там точки выхода электрического тока на пальчиках, там на стопках, но сама по себе электротравма очень чревата грозными осложнениями, вплоть до летальных случаев.
Слухайте, і ще дуже швидкоплений час, не можу не зачепити хімічні опіки. Я маю на увазі йодовий розчин, виливають інколи там розчин брилянт, ну, зеленки такої нам відомої. Який тут алгоритм дій? Такий самий, якщо окропом чи чаєм, чи ні? Все ж таки це хімічний опік. Ідентичний. При будь-якому ожогі суха марлєва пов'язка, прикрить рану. Если вы видите, что как бы при небольшом ожоге, но ребенок проявляет явление боли, можно дать любой обезболивающий. То есть это панадол, препараты парацетамола или нурофен, и все равно обратиться в лечебное учреждение. Так. Наши врачи или врачи детской областной больницы, они дадут самые оптимальные рекомендации по ведению тяжелого ожога. Если это тяжелый ожог, он госпитализируется в реанимацию. Я хочу напомнить, что даже за прошлый год через реанимацию детской областной больницы прошло 32 ребенка с тяжелыми ожогами. Из них фактически все были там прооперированы. Вы кажете, важка ступень, це ми говоримо про четверту ступень, нет, да? Чи це третя? Мы говорим как о степени, так и площади ожоговой поверхности. В детскую областную больницу госпитализируются дети всех возрастных групп, маленькие дети от 10-15% поверхности тела, вне зависимости от глубины ожоговых ран. А уже более старше мы уже определяем непосредственно тактику при ожогах, уже выстраиваем наши алгоритмы лечения, как оперативного, так и инфузионной терапии, то есть внутривенных введений лекарственных препаратов. Поэтому в среднем ребенок в реанимации проводит 4 дня. Ну, а взагалі пост уже лікування, воно важке. Потім переводяться в ожогове відділення. Довге. Ну, смотрите, то есть, опять же таки, аналізую статистику за каждый, за прошлый год. Так. Каждый день в Миколаївській області в среднем обжигается два, чуть более двух дітей. То есть, каждый день. Це достатньо, це великі цифри. Та, ну, кожного дня. Это цифри большие. И в прошлом году, опять же таки, через наше отделение прошло около 300 детей с ожогами. 199 детей было прооперировано, угу. Неоднократно. Это тяжелые, большие по объему операции для восстановления кожи, для восстановления мягких тканей. Так, так. Отже, підрезюмовуючи нашу розмову, найголовніший меседж, який ми з Сергієм сьогодні хочемо донести до батьків, так? Щоб батьки були обачливіші, слідкували за своїми дітьми, контролювали практично кожен крок, да? Щоб не мати того, абсолютно, щоб статистику, да, поменшити трішечки. Сьогодні, звісно, ми бачимо, що навіть не працюючі батьки, вони зайняті інтернетом, зайняті телефонами, собственним досугом. В то время как дети сами себе предоставлены, даже маленькая дети возрастной группы до 5 лет. Так. Это самая опасная травмоопасная группа. Ось на цьому ставимо крапку. Слідкуйте за своїми дітьми. Сергій Смирний, лікар-конвульсіолог, був у нас в гостях. І думаю, що лаконічно ми донесли до вас те, що хотіли вам сказати.